вот тут еще подрисовать. Что это они рисуют? Ничего себе, как красиво получается! А дайте-ка и мне попробовать баллончиком нарисовать что-нибудь. Девочки, дадим? Вот, пожалуйста. Интересненько. Так, покрутим, потрясем. Ну что ж, приступим. Что такое? Почему в лицо? Надо было другой стороной. Вам смешно? Знаете что? Тогда я отправляю вас в челлендж. Вот здесь и посмеетесь. Вау, как тут прикольно! Какие аккуратно наточенные карандаши. Итак, девочки, внимание! Сегодня вы должны будете нарисовать вот этого котенка. Какая прелесть! Да. Итак, время пошло, приступайте! Этот листочек бумаги мне не подходит. А вот холст совсем другое дело. Вооружусь скотчем и восковыми карандашами. Выкладываю карандаши на холст сверху и начинаю их нагревать. Смотрите-ка, они плавятся и растекаются. Получается невероятно красивый цветной фон. О, да. Согласитесь, это гениальная идея. Ничего себе! Красиво получилось. О, у меня появилась идея. Возьму разукрашку с котенком. Ага. А теперь аккуратненько его вырежу. Вот такой котенок получился. О, какой хорошенький! Мэлли, а ты чего делаешь? Рисую мордочку, усики. Но что-то получилось так себе, да? Надо попробовать еще раз. О, ножницы! Я знаю один крутой лайфхак. Смотрите, с помощью ножниц и простого карандаша можно нарисовать мордочку котенка. Далее берем ножницы поменьше и рисуем выразительные глазки. Подрисовываем носик и ротик. Вот так получается гораздо ровнее и красивее. Вот да! Ну просто чудо! Вот теперь можно и разукрасить. Берем фломастеры, да поярче. О, да, как мне нравится! Я в восторге от своего рисунка. Ого, весьма оригинально. Ну что ж, а я возьму воду с баллончиками и смешаю их сверху. Ага, вот так. А теперь возьмем котенка, которого я вырезала, и аккуратненько опустим. Смотрите, как здорово у меня получилось! Да, девочки, вы мне не конкурентки. Итак, фон готов, осталось нарисовать котенка. По-моему, у меня получается лучше всех. Смотрите, какой очаровашка! Подрисуем бровки и можно показывать свою работу. Так, девочки, время вышло, показываем, что вы там нарисовали. Вот, учитель, посмотрите на моего красавчика. О, нет, это настоящая катастрофа! А как вам мой цветной котик? Согласитесь, это шедевр. Невероятно, поздравляю с победой, и котик достается тебе! О, какая прелесть! Как же я рада с тобой дружить! Какой хорошенький! Итак, девочки, внимание! Вам нужно нарисовать... Что? Посмотрите наверх! Ничего себе, какой крутой воздушный змей! Вау! В общем, вы поняли. Время пошло, можете приступать! Так, ну что ж, первым делом мне понадобится красный карандаш и телефон.
Треугольник готов. Теперь я беру краски и скотч. Заклеиваю треугольник, чтобы все получилось ровно. А затем капаю разноцветные краски. И кисточкой аккуратно проводим полоски. Снимаем скотч. И сворачиваем бумагу пополам. У меня получился большой и разноцветный треугольник. Вуаля! О, чуть не забыла. Надо пририсовать ему хвостик. Вот так. Ой, какой же красивый змей. Смотрю на него и улетаю вместе с ним. Эй, ты чего сидишь? Рисуй давай. Точно. О, я придумала, что делать. Итак, берем бумагу, сворачиваем под ровным углом, а лишнее отрезаем. С помощью карандаша рисуем линии. И у меня получился вот такой разноцветный квадратик. Но это еще не все. Теперь прицепим ему хвост с бантиками. А еще нарисуем глазки и ротик. Какой же веселый змей у меня получился! А что там у Молли? У меня почти готов очередной шедевр! О, нет! Ну как же так? Мой рисунок испорчен! Но я сдаваться не намерена, что же делать? О, знаю! Мне понадобятся ленты цветного мармелада! Нарезаем на кусочки, соединяем... И вуаля! Смотрите, какой обалденный сладкий змей у меня получился! И даже длинный хвостик я сделать успела! Девушки, время вышло! Показывайте ваши работы! Пожалуйста, учитель, смотрите! Майли, молодец! Очень даже неплохо! А что скажете насчет моего съедобного змея? Я скажу, что его уже вовсю едят! Отпусти, это же моя работа! Ой, да ладно тебе! Учитель, а как вам мой змей? О, вот это достойно! Однозначно ты победила! Я победила! Тина, иди скорее сюда! Держи! Запускай! Ого! Какая красота! Я куда-то лечу! Полетай, полетай, зазнайка! Кто-нибудь, помогите! Такого поворота событий я не ожидал. Интересно, а что будет на этот раз? На этот раз у меня для вас есть огромный аппетитный пончик, который сначала я полью глазурью, затем посыплю цветной посыпкой, а также добавлю аппетитных маршмеллоу. Что делать, вы знаете? Приступайте, потому что время уже пошло! Ох, я просто обязана выиграть этот аппетитный пончик! Вот только с таким неровным кругом у меня это не выйдет! О, идея! Так, утюг – это не то, что я искала. И кубик Рубика сейчас мне тоже не нужен. О, тарелка! Вот это то, что нужно! Ее я обвожу, и у меня получается идеальный круг. Моя любимая вкусная жвачка Хуба-Буба. С помощью нее я могу сделать ровные отверстия в пончике. Отлично, можно разукрашивать. Какой же ровный пончик получился. Теперь я надую пузырь. Да, лопнул, но мне это только на руку. Наносим жвачку на мой ровный пончик. Смотрите, очень похоже на глазурь. Ну а грифели карандашей будут имитировать цветную посыпку. Да я просто гений! Осталось добавить маршмеллоу. И это будут ластики. О да, мой пончик готов. Красота! Я уже нарисовала свой пончик и почти его разукрасила. Ого! Ничего себе! У Майли и правда получился шедевр.
Майли, подбери челюсти и не запачкай слюной мой рисунок. Ладно, скотч в этом точно поможет. Эй, зачем ты это сделала? Так, я знаю. Чтобы мой рисунок победил, нужно сделать его контур поярче. И все детальки тоже получше прорисовать. А чтобы мой пончик выглядел еще более выразительным, я добавлю бантики, ножки, ручки, улыбочку. И, в общем, вот такой очаровашка у меня получился. О, еще и шарик ему подрисую. Ну, просто чудо. Так, берем краску и блестки. А затем как следует их перемешиваем. Вот это красота! Как вы поняли, это будет глазурью. Ну а затем рассыпаем бусины. Чего вы так смотрите? Все у меня под контролем. Девушки, время истекло. Показывайте работы. Вот, смотрите. Майли, очень достойная работа. Очень индивидуальный подход. Милашка получился. И эта работа тоже выше всяких похвал. Да, между прочим, у меня пончик 3D. Круто придумано. Согласен, все молодцы. И кому же присудить приз? Я, честно говоря, в замешательстве. О, точно! Итак, девчонки, в этом раунде победила дружба. Невероятно, мы все победительницы. Приятного аппетита, девчонки. Спасибо и тебе! Скорее подписывайся на наш канал, ставь лайк и пиши комментарии. Впереди тебя ждет еще много всего интересного. Ну а пока, пока!